И задаются вопросы о байкерах, которые опять победно ночные волки, несмотря на все препоны, едут в Германию, чтобы возложить цветы к памятнику советским воинам в Берлине. И в чем мне представляется причина этих споров? Если бы они хотели поехать на поезде или на самолете или на автобусе и возложить венки, то не могло бы возникнуть никаких разговоров. Они хотят проехать байкерской колонной и тогда уже возложить цветы, а вот с этим возникают какие-то протесты. Почему, собственно, протесты? Знаете, сегодня, во времена интернета, любой без труда может ознакомиться с основами байкерской субкультуры. Возникла эта субкультура на рубеже 50-х в стране Америка, Соединенные Штаты. И ездили они первые исключительно на Харлеях, на Харли Дэвидсонах, производство Соединенные Штаты. И ездили они в черной коже, и сейчас ездят. И все эти шипы, все эти шипастые браслеты, в моде были и остаются каски времен Третьего Рейха, иногда к ним приделывают рожки, и вся эта субкультура является, первое, протестной по своему оформлению. Почему-то могут носить железные кресты, свастики и так далее. Я говорю еще не про нас, я же говорю про ту же Америку. Потому что протест против существующего, чужая символика, а вот не так, как вы. И почему нужно снимать глушители, чтобы ревом будить и пугать несчастных, ничтожных обывателей? А чтобы знали, уважали и побаивались. Вот эта черная кожа не то чекистская, не то эсэсовская, не то садо-мазо. Вот этот грохот, вот эти металлические клепки, они должны наводить некоторый ужас и некоторую отропь на окружающих. Это из основ байкерской субкультуры. И когда такая колонна с ревом мчится по дороге, с ревом проходит через город, это, безусловно, агрессивное зрелище. Это не какие-то там чистенькие, умытенькие, на каких-то там Ямахах или на чем. Не-не, это серьезные ребята, которым не вставая поперек дороги. Они всем видом показывают, что они здесь главные. Вот, ну вот поэтому не хотят этих главных, понимаете, какая история. У нас это такой феномен содружества байкеров и государства, потому что задумывалось это, разумеется, как абсолютно нонконформистское, внегосударственное движение, которое с государством всегда в контрах. А у нас вот они прониклись патриотическими чувствами, это отечественные достижения, вот и земли им какие-то выделяют для их нужд, вот и антимайдан они устраивают. Господи, чтобы где-то, когда-то байкеры устраивали какой-то майдан или антимайдан, выступали за консерватов или либералов, да отродясь этого не было, они вне этого всего. А вот у нас они вот такие, то есть это пахнет серьезной акцией, от каковой акции отдает некоторым устрашением, некоторым торжеством, вот некой победительностью. Вот не хотят, понимаете ли, поляки, понимаете ли, вот такие всякие разведки, вот этой победительности, вот этого торжества, вот этого рева и черной кожи. Ну, понятно, что не хотят. Но представьте себе колонну польских байкеров, которые с таким ревом едет к Кремлю, чтобы возложить там, понимаете, знаете ли, тоже венки к могиле неизвестного польского солдата 1612-го, не приведи Господь Бога, года. Ну хорошо, если неудачное сравнение, ну давайте придумаем какое-нибудь другое. Но тем не менее, вот почему вот эти байкеры, это фигу вам всем, мы главнее вас, как захотим, так и сделаем. Это может в нашего обывателя вселять, конечно же, торжество и гордость, а их обывателю должно попортить настроение. На то и направлено. Сейчас мы поправим себе еще настроение, потому что, все-таки это день нашей победы, это та самая знаменитая фраза из суперзнаменитого фильма «Подвиг разведчика» с суперзнаменитым красавцем Кадочниковым за нашу победу.